Привет подписчикам, гостям моего канала. На канале Свиновоз для души. Сегодня 13 грудня. Вот, перегнал Женек он поросят малых в цей більший станок. Вот, ну и мы прикинули по весу, дабы подивиться, сколько важить поросята, да, чтобы понимать, переводить их на гровер или не переводить. Ну, еще думаю, тиждень и будем переводить. А там за цей тиждень, может, доделаем у меня, да, малых поросят заберу до себя додому. Будем их там поднимать на старте. Ну, малиться там по 19 кг. Вот. Ну, в принципе, все. Всем приятного просмотра. Пишем комментарии, ставим лайки. Всем удачи, всем пока. Итак, приехали додому, до батьків на хозяйство. У нас тут переселение. Женек сегодня переселил поросят, сделал им нитину поилку. Перегнали этих двух сюди, бо, короче, им тут мало места. Вот, наши жевжики на месте. Чую, Женек, наверное, надо трошки выше поднять лампу. Понял? Сейчас поднимем. Вилка. Что мы сейчас будем важить этих дрищів? Ну, подивимся, кто сколько важит, прикинем по весу. Сегодня 13, да, у нас? 13 число, они родились 26 сентября. Получается, 2 месяца было, мы их важили 26 ноября. Короче, 2 месяца и 17 дней, 77 дней. Сейчас он веса принес. Включаем. По нулям. Ну, сейчас отаримся и продолжим. Стоим на веса. В галошах. Понравится, блядь. Это я получил. По нулям. Тише.
36, самый маленький 19. Разбежность, конечно, хорошая. Для чего мы их важили? Прикинуть сики веса, дабы переводить с старта на гром. Ну, я думаю, десь средняя вага поросят в районе 25-27 кг. Поэтому еще думаю, дней в 5-7, ну хай тиждень, ну как раз до 20 числа на старте, а потом хай обживутся, переведем на гровер. И там уже будем дивиться. Вот их вырежем, ну и будем что-то, какие-то рокировочки. Я хочу цих, что поменьше, отсадить, но пока нема места, куда их отсадить. Щоб ну, їх ще на старті подержати, було б хорошо, щоб вони трохи ну, поднабрали вес, бо ці старті ну, більше відганяють по-любому. І як би нехватка корму може. Хоча зараз перегнали їх сюди, тут бункерна кормушка, може вже буде проще. Поэтому, в принципі, все. Вот. Всім спасибо за просмотр, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім пока.